Спасибо еще за урон. Вот мы сейчас будем на КамАЗе получать. Там на нем колеса побольше есть или как? Но все равно там подвеска особо не изменится от колес побольше. Просвет дорожный, я имею в виду. Тут проблема в том, что вон, видите, клиренс какой. Вот это бампер. Даже если мы ему ударяемся, то как бы все равно получаем урон. Хотя бампер нифига не значит. Он для этого и бампер, чтобы мы бились. Но нет, блин, мы получаем урон. Причем дофига урона. Погнал, просто погнал. Король дорог. Такс, что у тебя вообще есть? Во-первых, внедорожные колеса. Цистерна на этих внедорожных колесах сидит. Он вообще поедет с этими внедорожными колесами. Ну а Урал что? Урал, придется бортовой прицеп брать. Бортовой этот. Ну это, что-то там бортовое брать придется, короче говоря. Каким образом у Урала вдруг меньше топлива, я не понимаю. Как-то совсем нелогично. Платформа бортовая, это нам на бревна. Так ведь? Или не так ведь? Я же ничего не путаю, правильно? Поехали. Ты ж поедешь? Поехал, несмотря на то, что колеса уже там текстурами заваливаются в цистерну. Ему по барабану. Офигеть, он резвый. Так, ну посмотрим. Что он там может с... такими колесиками. По-моему, все стало только хуже. С теми колесами я нормально пахал, а с этими что-то ненормально пахаю. Да, таким грузовичком только спасательные операции делать. Ну ладно. Черте. Да что, ты реально что ли бесполезен? Насколько это показывается сейчас. Парень, да прекрати, а. Никогда не поверю, что КамАЗ в этой... Опять вброд куда-то еду. Я не сюда хотел вообще-то, ну ладно. Так, я надеюсь, я не потону. Если я потону, это будет капец. Это будет тотальный капец, если я потону. Но с такими колесами он хотя бы проскальзывать не должен. По идее. Если здесь эти колеса нормально как бы сделали. Да уж, после того, как мы с той телегой проехали здесь, это, конечно. Но я сажусь полностью на колею от МАЗа. Полностью сажусь. Это какой-то тотальный беспредел. Спаситель века. Как это еще назвать? Я надеюсь, в воде так не заседу. Под водой это фиг знает, что такое. Да и вода глубокая. Парень, ну давай уже, ну в тебя все верили, а ты бесполезен.
по броду ты должен скакать, как просто принц Перси. Иначе утонем, нафиг. Хотя нафиг этот брод. Хотя нет, здесь не проедешь особо. Ну, парень, ну ты заколебал. Едь уже. Что с тобой не так вообще? Тебя кто родил в этой игре? Кто сделал КамАЗ таким бесполезным? Ну, посмотрите на это чучело. Даже не смешно. Да нет, как раз таки смешно. Да неужто ты решил выбраться? И даже не утонул. Очень странно. Я чувствую, он такими темпами сам все топливо сожрет, пока доберется. Как обычно. А сюда он даже не поднимется, я чувствую. Да нет, что-то умудряется рыть. Да неужели? Ну, просто офигеть. Прогресс, черт возьми. Гребаный твой бампер. Как я его ненавижу. По-любому опять им зарылся. Нет. Как ни странно, нет. А что тогда так плохо едешь? Теперь точно бампером будет все. Ну да, роет бампером, сейчас зароется. В конец. Засранческий автомобиль, конечно. Когда хоть туда-то доберись, потом уже нормальная дорога будет. Буксуй уже минут 10, наверное, на одном месте. Без надежды на что-либо нормальное. В плане скорости движения. Спасибо, хоть дорога нормально началась. Уже хоть что-то. Хорош, просто хорош. Просто хорош. Не, это чисто шоссейная тачка, блин. Какой-то кошмар. Ее угробить можно, просто попав в одну маленькую такую ямку, в колею. Постоянно зацепляется гребаным бампером. Так. Нагнали наш автопоезд. Наконец-то. Теперь можно и пересесть. Ну чё, куда едем-то? Прямо. Далее куда? А вот интересно, как я здесь буду разворачиваться. Ладно, прямо так прямо. Потом посмотрим. Наконец-то приступили к делу. Хотя это дело в один заход не получится, как мы уже поняли. Придется дело доделывать Уралом.
но... Но уже ближе к выполнению задачи, ладно. Жаль, что ночь опять, ну, пока мы по дороге нормальной, более-менее нормальной, да, едем. Это, я думаю, не так страшно и катастрофично. Я, блин, вынужден на каждой развилке останавливаться, смотреть карту, но, блин, останавливаться на такой поверхности, с такой грузом, с таким грузом, естественно, опасно. Мини-карты жесть как не хватает. Потому что просто нельзя останавливаться с таким грузом на подобной местности. А если не останавливаться и не смотреть карту, то мы просто проедем какой-нибудь поворот и уж тем более тогда никуда не попадем. Так, ну едет и ладно. Хотя я... отчасти сомневался, сами понимаете. С такой сцепкой. Это нечто. Еще эта гребная сцепка может напороться на какие-нибудь камни. Ну, у нее хотя бы почти по два колеса на оси. Ну, точнее, ну, с каждой стороны это по два колеса. Сдвоенные, короче. Она хотя бы колею такую не делает, если что. Она под землю просто не проваливается. Только если в нашу колею попадает, тогда уже да. Ну а так у нее достаточно низкая ось. Она там на все камни налетает только так. Сдался вам этот кретинский лес такими методами его и такой ценой доставлять. Сколько тонн топлива сожгли за пару бревен? Дешевле было проложить здесь железную дорогу, наверное, вот. От лесопилки до пилорамы. Чем вот такими вот методами просто убиваться. Но нет. Мы не такими методами убиваемся. Кстати, чуть не перевернулись. Тоже неплохо было. Не, ребят, такими темпами мы без дозаправки никуда не попадем. 40 литров топлива в минуту, это слишком. Ну там дальше шоссейка пойдет. Нет, это не шоссейка, кстати. Шоссейка, она... Вот что ли шоссейка получится? Да, это, вот это вот шоссейка, а там не шоссейка. А, ну вот здесь можно будет попасть на шоссейку, по шоссейке прямо вот так вот. Понятно. Может быть тогда что-нибудь. Но если до конца по этой грязевой луже переться, то, конечно, нет. Нифига не хватит. Ни топлива, ни нервов. Вперед, 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 давай, ты сможешь. Ну, конечно, сможет. Нормальный починенный МАЗ, он все сможет. Кроме того, чтобы развернуться, он сможет все. Кстати, наш поворот. А вот теперь на дифференциале попробуй здесь развернись. А без дифференциалов добавок, попробуй здесь развернись. Тихо.